А, подходите. Что у вас? Короче, какие-то документы я тут пропустил, надо будет еще раз на завод сходить. Yeah.
меня слышит? Приближается выброс. Срочно ищите надежное убежище. Достало тут уже все. И понты еще эти фраерские. Мы типа сталкеры. Мы крутые. Че, крутой, да? Убери волыну. Ну, типа, привет. Так, балабонь быстрее, чё надо? Надо бы того пидорка гнойного. Слышишь, ты ныкай волыну, сталкер, а то ща прищучу. И там ли в народу вокруг в натуре хрен сныкаешься, если шо. Ну типа я слушаю. Эх, бабу бы. Приголубил бы любую, лишь бы все нужное на месте было. Косорылых каких пошмалять, а то скукотища. Ёлки, заколебало уже тут париться. Ни подогрева толкового, ни хрена. Сейчас бы водяры... Всем, кто меня слышит, выброс вот-вот начнется. Срочно ищите надежное убежище. Ёлки, все у меня бебехи с голодухи в узлы завяжутся. Yeah.
Здесь вход в путепровод. Если запустить генератор, получится открыть транспортный шлюз.
А, при... Yeah.
я тут вспомнил вас. Бай! Сидят два сталкера в баре. Выпили уже хорошенько и обсуждают всех вокруг. Самые ленивые — это военные. Сталкеров на самом кордоне грабят. Отобрал хабар и тут же через 100 метров продал Сидоровичу. Нет, ты не прав. Самые ленивые — это торговцы. Я вот знаю... Подходи! Он специально пораньше встает, чтобы подольше ни хрена не делать. Покедова! Время дорого. Рассказывай. На дереве хабар. Ну и как-то вечером решил проверить, как там, что, все ли цело, светло. Ну и надо же, сидит кто-то там, шуршит, ноги босые свисают. Сталкер подкрадывается, и цап того, что на дереве сидит, крепко между ног. Трогаться, гаить, падла. Кто такой? Из какой группировки? В ответ тишина. Ну, сталкер еще сильнее нажал. Кто такой, спрашиваю. Вот опять молчит. Ну, рассердился сталкер. Давил так, что прям по руке потекло. Слышишь, скотина, я сейчас вообще оторву все. Отвечай, кто такой, быстро! А сверху такой сиплый, слабый голос. Контролер я. А какого молчал, сволочь? Так я ж не мой. Ну ты выдал. Чего расскажешь хорошего? А вот анекдот. Решили как-то ученые провести полевые испытания нового лекарства. Ну и наняли под это дело грузчиков. Тут где-то отряд монолита должен быть. Там мужик один должен пойти с нами.
Эй, сталкер, подойди, пожалуйста. Как ни крути, нам конец. А куда идти? Определиться бы сначала, где мы. Вокруг одни мутанты. Здравствуй, сталкер. До встречи, сталкер. Что с тобой? Да, блин. Напали, побили, деньги отобрали. Ты их запомнил хоть? А чё её запоминать? Жену-то.
Что скажешь? Ну, в общем, я весь внимание. Что буречки и лес рядом. А, здравствуй, мэн. Легкой дороги. Позбивались тут в стае. Подходи, брат. Сколько неба копчу. И я, и друганы мои прорвемся. Yeah.
Значит, уговор. Идем вместе. Найдешь бойцов, присылай ко мне, буду делать из них команду. Когда все будет на мази, дашь знать. Забираем Азота и вперед на Юпитер. Что скажешь, брат? Что скажешь, брат? Чем пожаловал? Слушаю тебя. Ну рассказывай, слушаю я есть внимание. В общем, выкладывай. Подходи, брат, у меня как в Греции все есть. Бабок, пока кишки по веткам не разбросали. Ну, попутного ветра. Внимание, анекдот. Ну, здорово. Заныкал сталкер на дереве хабар. Ну и как-то вечером решил проверить. Как ну и надо же, сидит кто-то там, шуршит, ноги босые свисают. Сталкер подкрадывается, и цап того, что на дереве сидит, крепко между ног. И строго так, колись, падла, кто такой, из какой группировки? В ответ тишина. Ну, сталкер еще сильнее нажал. Кто такой, спрашиваю. Тут опять молчит. Но рассердился сталкер. Сдавил так, что прям по руке потекло. Слышишь, скотина, я сейчас вообще оторву все. Отвечает, кто такой, быстро. А сверху такой сиплый, слабый голос. Контролер я. А какого молчал, сволочь? Так я ж не мой. Это мне за хабаром сегодня плестись. Сейчас другому оказаться. В кабачке. Да с книжкой. Thank you.
Слушаю тебя. Чего тебе? Ну, я Привет. Слушаю. Здравствуйте, здравствуйте. Да-да, я слушаю. Удачи тебе! Здравствуй.
Здравствуйте. Всегда рад видеть нового человека в нашем бункере. Здоров. С чем пожаловал? Слушаю тебя. Что-то ты бледный. Может, укольчик сделаем? Счастливо! Не болей. И я, и друганы мои прорвемся. Легкой дороги! Ну рассказывай, я весь внимание. За одну ходку две ночные звезды. В общем, выкладывай. Слушаю тебя. Привет, брат! Если нужно что, спрашивай у главного.